Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джалая. Глядіть у гэтым випуску. Тема номер один. Развіццё беларускай науки сёння у Палаце Республіки абмярковує уся навуковая супольнасць краіны. У гомельскім двары загарэўся аўтамабіль. Спецыялісты расказалі пра прычыны і меры профілактыкі падобных выпадкаў. Драпежныя артысты, унікальныя трукі і самы малады дрэсіроўшчык у свеце. Гомельскі цырк рыхтуе прэм'еру. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. У Беларусі за 5 гадоў аб'ём выпуску навукова-тэхнічнай інавацыйнай прадукцыі павялічыўся больш як у 2 разы. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, выступаючы сёння на другім з'ездзе вучоных. Вітаючы ўдзельнікаў вышэйшага інтэлектуальнага форуму краіны, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў сучасным свеце навука важнейшы фактар прагрэсу. Тэлеверсію пленарнага пасяджэння другога з'езда вучоных глядзіце сёння а 21 гадзіне на тэлеканалах «Беларусь-1» і «Беларусь-24». Звяртаем вашу увагу, панарама выйдзе раней, чым звычайна, у 20:30. У Беларусі працягваецца перадвыбарная кампанія ў мясцовыя саветы дэпутатаў. Ужо акрэдытаваныя 7 нацыянальных назіральнікаў, зацверджаны кансультатыўны савет, які будзе кантраляваць работу сродкаў масавай інфармацыі. Ён будзе збірацца, калі ў адрас цэнтральнай камісіі або непасрэдна самога савета будуць паступаць скаргі кандыдатаў або звароты выбаршчыкаў, звязаныя з выкарыстаннем СМІ. Працягваем выпуск. Тэлерадыёкампанія «Гомель» 27-я школа атрымалі медалі «Заслужаны міратворац». У Мінску прайшла справаздачна-выбарная канферэнцыя Беларускага фонду міру. На ёй абралі новы састаў праўлення, заслухалі даклады абласных арганізацый і ўзнагародзілі лепшых. За падзеі назіралі нашы корэспандэнты. Сустрэча прайшла ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Сімвалічнасць месца відавочная. Уся дзейнасць аб'яднання ад моманту яго заснавання і да сённяшняга дня накіравана на захаванне міру ў нашай краіне. З гэтай місіі ў кожным кутку Беларусі праводзіцца сотні міратворчых мерапрыемстваў. І Гомельская вобласць тут прыклад для пераймання. Чтобы много не гаварыць, я словами хочу, чтобы показали видеофильм о нашей практической работе. В летопись миротворческого движения Гомельщины вписано много волнующих страниц. Перелистывая их, убеждаешься, сколько хороших, а главное, нужных и полезных дел делается. У гэты дзень медалі, граматы і ўдзячнасці атрымалі міратворцы з усёй краіне. Два медалі заслужаны міратворец адправіліся ў нашу вобласць. Высокіх узнагарод удастоена тэлерадыёкампанія «Гомель» і 27-я школа, якая носіць ганаровае званне «Школа міру». Несмотря на то, что так много проводится мероприятий и гомельским областным отделением, качество этих мероприятий никогда не страдало. Они всегда проходят на высшем уровне. Мерапрыемства і акцыі, якія праводзяць грамадскае аб'яднанне, ахопліваюць бадай усіх жыхароў нашай вобласці. Ад немаўлят, якія нарадзіліся ў міжнародны дзень міру, да ветэранаў, ад школьнікаў да людзей працы. Не забываюць маладых і шматдзетных маці, а таксама тых, хто імкнецца ўнесці свой уклад у справу міру. У іх ліку заслужаны ветэран Беларускага фонду міру, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны Алексей Піманаў. Я душой балел і балею за фонд міра, выношу маленький взнос тоже, как и все. И я считаю, достойно это я делаю все. Разом з Алексеем Піманавым амаль што ні аднаго мерапрыемства фонду міру не прапускае і Ганна Міхайлава. Была вязень фашысцкіх канцлагераў, як ніхто ведае каштоўнасць міру і неабходнасць зараджаць і падтрымліваць гэтую думку ў сэрцах кожнага, асабліва дзяцей. Конечно, когда я бываю в школах, когда я бываю в бібліятэках, я же вижу замечательные глаза этих детей, которые все это воспринимают. Ну так, как и должны были воспринимать граждане нашай замечательнай страны. З гэтай мэтай вось ужо чвэрць стагоддзя ў міжнародны палатачны лагер Крынішка ў Рагачоўскі раён прыязджаюць дзеці з Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. Кожны год тут адпачываюць каля 300 хлопчыкаў і дзяўчынак. Наверное, это очень сильно сближает детей, в первую очередь их учит добру и миру. Поэтому это очень важно, детей сплочают там. Наверное, это отличительная черта нашего района в работе фонда мира. Напередодні новогоднего свята фонд миру так само рыхтуе кранальные мероприемства для тех, кто больше за все чекает суда. В этом году будет проводиться международная елки мира. И приезжает в 27-ю школу делегация из Санкт-Петербурга, из Брянска,
кроме того, что наши будут. То же самое проводится международная елка в Чешевском районе. Туда приезжают ребята, кроме наших, приезжают ребята из Красногорского района Брянской области и с Латвии. Под час конференции вызначили и добрые планы на ближайшие годы. У их лику жадание увойти у экономичный и социальный совет ААН. Будем сподеваться, что то, что загадано на передодні Нового года, обовязково справдится. Марина Джалая, Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Мінська. У Гомелі представили откорректированный план забудовы улицы Полесской. Усе подробности есть на сайте горвыканкама. Проект предугледжвае поширение улицы до 6 полос, створение двухузроўневой развязки, подземных пероходов и велодорожек. Сядибная забудова, якая трапляя у межи плана, подлягая зносу. Громадское обмеркование пачнется 25 снежня. Зворот по этой теме разглядеть у администрации Советского района. Номер телефона 40-60-28. Да інших тем. Як мяркуецца, по причине аварийного режиму работы электрообсталявання отбылося узгарання автомобиля на улице Свиридова у Гомелі. Господар знайшов свое подпаленное авто раніцей 11 снежня. Отповедное поведомление у Центра оперативного управления городского отдела по надзвичайных ситуациях поступило о 10 године. С-под капота припаркованного ля подъезда «Пежо» ішов густы дым. По прибытию спасателей к месту вызова горел моторный отсек ликового автомобиля «Пежо». Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Наступной раніцей господар забрал свой автомобиль для ремонту. В машине істотно пошкодженная электропроводка, але малолитражка подлягая обновлению. Коли б звонок выратовальникам поступил на несколько хвилин поздней, авто можно было бы отправлять только на металлолом. Аварийные режимы работы в электрической цепи автомобиля являются наиболее распространенной причиной возникновения пожаров. Практически все электрические цепи современных автомобилей, за исключением цепи стартера, защищены предохранителями, и при правильном выборе которых возникновение возгорания в автомобилях маловероятно. Одной из причин возникновения пожара в автотранспорте, в частности, связанной с электрическим оборудованием, может являться неправильно выбранные предохранители большей мощности, либо дополнительно подключенное электрическое оборудование, не предусмотренное заводом-изготовителем. Лепшую молодую семью региона выберут завтра. Финал областного конкурса пройдет у Светлогорску. Право носить гоноровый титул будут оспрешивать 9 семей. Серед претендентов на перемогу – удельники, которые поспехово переодолели отборочные этапы. Под час финалу конкурсантам треба будет раскрыть творческий потенциал, продемонстрировать сгуртованность, взаимовыручку и кемливость. Полосатый рейс прибыл у Гомель. Головных героев новогоднего циркового представления «Тигра» и 17 львов доставили сегодня у Гомельский цирк. Гэтыя драпежники примут удел у святочным шоу «Дед Мороз и львы Африки». Их дрессировщик Хамада Кута, заслуженный артист Египта, академик циркового мастерства России и герой книги рекордов Гиннесса 1994 года, как самый юный дрессировщик у свете. Упершиню у клетку со львами Хамада вошел у 2 года, а дрессурой драпежников начал заниматься у 7 годов. Дарэчы, ён артист цирка у 6-м поколении. Цирковой династии амаль 170 годов. У Гомеля с драпежными артистами ён приезжал каля 7 годов тому. Вернулся с новыми регалиями, опытом, программой и шрамами. За его плячима больш за 20 гадоў дрэсуры і 9 траўмаў головы, рук і ног. Да першага выхаду артыста з жывёлами на гомельскую арэну застаецца 3 дні. Прэм'ера адбудзецца 16 снежня. Разам з жывёлами у Гомель даставілі вялікую колькасць рэквізіту. Для драпежнікаў будзе сканструяваная спецыяльная клетка, у якую Хамада Кута і зойдзе на вачах у 1500 гледачоў. Я могу сказать, название «Труки», ну, будет интересно, что все заходы бросятся посмотреть. Есть «Трук солнца», это авторская мой, это очень сложно. Они стоят на табуретке, и такие табуретки вокруг, и они крутятся синхронно. Есть очень много всего. Работа с хищниками львов и тигрей – это не опасно, это сложно. Здесь, в Гомель, конечно, я очень рад броситься, потому что это цирк на меня значит много. Это первый цирк, я начинал именно в Европе, поэтому мне очень приятно, что здесь приехал. Гастроли Хамады Куты и его косматых подопечных протягнутся у Гомеля амаль месяц. За этот час свои небеспечные труки артисты покажут 26 разов.
На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.